От героев былых времен не осталось порой имен. А вот в Ташкенте как в то время люди жили? Ведь все-таки много было приезжего народу. Много было. И вы знаете, люди жили в Ташкенте... Про Арбакеша расскажи, который детей добрал. Да, у него деда человек, наверное, 13 или 14 было. И он, вы знаете, взял... Национальности были все. Кто приезжал, того и брали. Тогда было очень много детей. Вот подросткового возраста и детей... малолетних детей. Детей разобрали сразу по домам. И вообще люди тогда были желанные, понимаете? Они, жалость у них была. Разобрали у него 16 человек, или 16, но, впрочем, было очень много детей. Ему когда сказали, он был Арбакеш. Арбакеш это, ну, как сказать, как возчик на арбе. Вот он, ну, как сейчас сказать, я, ну, на лошади работал, вот так вот это называлось, Арбакеш. И он, вы знаете, ему говорили, ты зачем столько детей взял, как ты их кормить будешь? Он говорит, да ничего, лепешки состряпаем, продадим, и их накормим. И, вы знаете, выучил всех, все работали, все помогали, и всех он выучил. Люди жалели друг друга тогда. Я не знаю, как сейчас. Сейчас уже мой возраст такой, что я же ни с детьми, ни с кем не соприкасаюсь. Я же не вижу, кто как. Я из дома не выхожу уже, наверное, да не меньше 15 лет. Я никуда не хожу, ничего не вижу. Я не вижу, я как-то раз как-то ехали по городу. И мне, вы знаете, было уже странно, как уже он начал по-другому благоустраиваться. Ну, иногда же ты же ездишь. Понимаете? Вот. А тогда народ, я не знаю, как сейчас, не приходилось, а тогда народ в кишлаках и в городе, народ желанный был, жалели люди. Мы приходили, вот на квартиру приезжали, что вот надо ему. Никто никогда не сказал, что я не буду, он у меня не будет жить, или я его не накормлю. Что есть, то и давали. Что есть. Ну, чем богаты, тем и рады. Я не знаю, как сейчас, какое гостеприимство, потому что мы это... И я вот по Казахстану тоже, здесь народ дружный в Казахстане. Узбеки, то вот мы там жили, узбеки. Ну, или, может быть, от того, что соседи попадают хорошие, что вот приходилось, что я, например, никогда не жаловалась, что люди плохие. Мне почему-то кажется, что хороших людей больше. Ну, не, может быть, я и не права, не знаю. Но мне так кажется. И надо, чтобы люди были лучше и добрее. И жалели друг друга надо, чтобы жалели. Все, что было хорошо. Наболтала я вам то, что надо и не надо. Вы хоть и половину выключите, чтобы смешного не было. Нормально. А нет, все хорошо, спасибо. Хорошо. Вы что-то хотите сказать? Нет, мы вас слушаем. Я уже все. Получается, детских домов не было, и когда везли детей, они не планировали их размещать в детских домах. Все по семьям. Все по семьям. Вы знаете, вот я лично, например, знаю, у нас муж с женой жили. Они были, татаране, по-моему, были у нас. Жили. Дочь ушла на фронт, погибла, сын ушел на фронт, погиб. Они остались двое. Уже, знаете, возраст у них уже было за 50. И вот этих, когда детей привезли в Ташкент, и они взяли девочку, наверное, лет, ну, 5, гречанку. Они все говорили, что она гречанка. Кто? Ну, гречанка не могла быть оттуда, с Украины, наверное, может быть, кто... Впрочем, не знаю, кто она по национальности. Без отказов взяли и воспитывали, потому что детей разобрали сразу. Детей в детские дома не отдавали там. Я не знаю, там был ли вообще в Ташкенте детский дом или не был. Мне как-то не приходилось с этим. А детей разбирали сразу. Всех разобрали по семьям. Я же говорю, вот этот вот Арбакеш, он говорит, все вырастут, всех он вырастил, всех воспитал, выучил всех.
Это же было, знаете, ну вот ничего, все, вот что заработаем, хлеб есть, есть чай, есть, значит, все. Чё, тогда война была, тогда лишь бы хлеб был, а хлеб-то какой был. Не сравнишь сейчас, но сейчас на хлеб только смотреть надо, любоваться, а тогда он был, вы знаете, тяжелый, каменный. 200 грамм вот такой кусочек. Мы работали, вот я на фабрике работал, на Лентоцкатской, нам давали 600 грамм. Что такое 600 грамм хлеба без всякого припарка? Ну, голодно было. Ну, что было делать? Была это вода. Ваша зарплата была, да? Нет, зарплату платили. Ну, тогда же и деньги какие были. Тогда булка хлеба стоила на рынке 100 рублей. По тем деньгам тоже были. Если сколько, я сейчас уже не помню, сколько получали. Ну, хлеб, булку хлеба, если купить на базаре, то она стоила 100 рублей. А в магазине нет, только вот норму хлеба. Детям 250 грамм, а иждивенцам 200. А вот работающим, вот мы работали, нам давали по 600 грамм. Вот это была наша норма, наш паёк. Хлеб очень черный был, тяжелый. 600 грамм получишь маленький кусочек. Ну, тогда, видите, молодость есть молодость. Она легче проходила, чем сейчас. А тогда все вроде... Да и люди были непривередливые. Да. Люди, я же говорю, люди были желаннее, чем вот, я не знаю, как сейчас... А тогда было очень много желанных людей. Жалели люди, что вот они, у них горе, они, его надо пожалеть, что у него горе. Не, я же говорю, приезжали они, никто никогда не сказал, что мне негде, мне некуда. Вот, заходи, садись, что есть, тут дадут тебе. Если есть кусочек хлеба, дадут, чаю дадут, нальют. Что, работать заставили? На полях работали. Ну, этих же забирали служить. Военнообязанных. А ученики, дети помогали. Каждое лето гоняли, отправляли на хлопок, полоть, окучивать, собирать хлопок. Знаем, что такое, кто не знает, как хлопок собирать. А я знаю, как его собирают. Одену что так мешок на себя. А если еще вот это гузопая, третий сорт, он такой колючий, все руки исколотые. Ну, а что было делать? Была война. Надо было всем помогать. Помогали. Все я вам рассказала. Было страшное дело. Пережили. Дай Бог, чтобы не было. Главное, чтобы все было спокойно, не было войны. Это тяжело. Сейчас напридумывали всего. Это тяжелое дело. Не надо войны. Пусть люди растут, молодежь пускай учится, работает и живет. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.